Bane Elemental от Ropos. Одна из трех душ, которые обрывают человеческие жизни. После войны с Пылающим Легионом, когда все были жестоко убиты, король Лич искал себе союзников. Он заметил эту одинокую душу и подарил ей жизнь в обмен на ее свободу. Но спустя время она так и не смогла обрести форму и осталась в обличии призрака, который внушал страх и ужас всем, кто встретится на пути. Она отбирает жизнь у всего живого, при этом лечит себя. Также Бейн способен заточить противника в кошмарный сон. При этом соперник будет неподвижен. Никто не знает, но что еще способна эта потерянная душа. Хорошо. А можно вот так вот? Ну, с руки будем убивать. Хорошо. Сларкича. Хорошо. Хорошо. О! Ну, это на вставочку. Точно уже. Ясно. Способность. Ага, ну не хотят они тут меня оставлять. Сразу же идут в размен. Ага, я понял. Все понял. ТП-шку сразу закупаем. Молодцаны, вообще, ребята, умеете, могете. А, я понял. Я не успел я себе накинуть сон. Ну ему ГГ. Хорошо. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас гайд на Атропоса. И сегодня мы узнаем, как работает Enfeeble, Brainsap, Nightmare и, конечно же, Fiend's Grip. Друзья, этот герой, конечно же, недооцененный. Я думаю, сегодня вы поменяйте мнение об этом персонаже, потому что это рели очень-очень сильный персонаж, как в четверке, так и через центральный, и очень жесткий контрпик персонажей, которые нуждаются в мане, таких как там, допустим, Дуза, ну или, допустим, Шторм. Ну что ж, перейдем уже к теории, а потом покажем жесткую практику. Поехали! Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже — это Enfeeble. Прокачиваем данную способность, хоткей у нас Е. Дальность применения этой способности 1000 единиц. Давайте посмотрим на дальность применения. Вот отсюда я прям закинул. И в чем прикол, спросите вы, данной способности? Как вы видите, на оппоненте расположился такой значок, который сигнализирует о том, что на нем дебаф расположен. Вот он, собственно. И, конечно же, у этого оппонента урон немного будет уменьшен. Что ж, давайте посмотрим, как он уменьшается по уровням прокачки. На первом уровне на 30 единиц уменьшается, на втором на 60, на третьем 90 и на четвертом на 120 единиц уменьшается урон. При этом эта способность будет висеть 20 секунд. КД у нас 8 секунд, монокост 95, 105, 115 и 125 единиц маны. Так, ну и что ж, самое интересное — это то, что эта способность никак не развеивается. Давайте проверять. Смотрите, накидываем на оппонента, юзаем диффуз на себя, не работает. Юзаем манту, тоже не работает. Юзаем юл, смотрите, дебаф исчезает, но он снова появляется. И, конечно же, юзаем пресс-атак. Если честно, я был очень сильно удивлен, что даже пресс-атак не снимает у нас этот дебаф, конечно же, и на самом деле продолжает работать. Как у нас будет работать на БКБ? Смотрите, когда у нас юнит стоит уже в БКБ, на него направить эту способность нельзя. Но если вы накинете эту способность до юзания БКБ, то эта способность будет работать и в БКБ. Смотрите. Опа, и работает. И на БКБшном юнити также висит. Эту способность можно накинуть на крипов, можно накинуть на оппонента, но нельзя накидывать на Рошана, друзья. В общем, по этой способности все. Поехали на вторую способность. Что ж, вторая способность на нашем персонаже, друзья, это Brainsap. Прокачиваем данную способность. Хоткей у нас Б. Дальность применения этой способности у нас 600 единиц. И что она у нас будет делать? Она у нас будет хилить и дамажить. Нас, естественно, хилить, а оппонентов дамажить. Примечательно, эта способность у нас наносит чистый урон, друзья. Чистый, то есть не магический, а чистый. То есть если написано 90 на первом уровне, то, естественно, будет 90. Что ж, давайте посмотрим по уровням прокачки, как оно вообще у нас тут все работает. Смотрите, на первом уровне наносит 90 чистого урона и также 90 хила. То есть тут я не буду повторять. Damage heal, потому что он тут пропорционален просто абсолютно. То есть 160, 160, 230, 230. На втором левеле 160 хитпоинтов мы снесем чистым уроном. На третьем 230 и на четвертом 300 хитпоинтов будет у нас у
уходить у оппонента, естественно, переходить к нам. КД у нас с этой способности 14 секунд, и манакост такой. 70, 100, 130 и 160 маны на last level. Это очень жестко, друзья. Что ж, на стадии лайнинга этот спелл очень сильный, потому что позволяет вам размениваться хитпоинтами. То есть, допустим, если вы тычкуетесь, тычкуетесь, и потом просто берете, нажимаете B, и, естественно, вы переливаете хитпоинты в свою сторону, можно сказать, и это очень круто. При этом еще и наносить чистый урон, который будет контрить там Хускаров и прочих других героев, это очень серьезно. Да и в лейтгейме это реально круто, друзья. Что ж, в линку этот спел работать у нас не будет, и на БКБшных юнитов он также этот спел у нас не работает, потому что вы просто не сможете направить, поэтому вам стоит этой темы бояться, друзья. Ну что ж, по этой способности вроде все, поехали на третью способность. Третья способность на нашем персонаже, друзья, это Nightmare. Что ж, данная способность у нас очень специфичная, тут очень много нюансов, но постараюсь ничего не упустить. Друзья, прокачиваем эту способность, хоткей у нас Т, дальность применения у нас тут меняется в зависимости от уровня прокачки. Давайте разберем ее сразу. На первом уровне у нас тут 500 дальность применения, на втором 550, на третьем 600. И на четвертом 650 дальности применения. Ну и давайте тогда уже по уровням прокачки, по вообще всей способности. Длительность сна у нас тут увеличивается. И, конечно же, у нас уменьшается кулдаун. На первом уровне длительность сна у нас 4 секунды, на втором 5, на третьем 6 и на четвертом 7 секунд. Кулдаун у нас такой 16, 15, 14 и 13 секунд. При этом монокост будет неизменный. 165 маны будет требоваться, чтобы завязать эту способность. Все, в чем вообще прикол этой способности, спросите вы? Эта способность помогает очень хорошо прогангать или обезвредить какого-то оппонента, ведь когда вы находитесь во сне, вы ничего юзать не можете, и вообще вы, в принципе, бездействуете в драке. Вот представьте, на 7 секунд на ласт уровне вы будете просто стоять и ничего не делать, потому что вы не можете ничего нажать во сне. Давайте попробуем завязать эту способность, ну, на Легиона, смотрите. Легион у нас уходит в сон, он ничего не может делать, я управлять им не могу, он просто спит. Все, это, то есть эта тема у нас никак не управляется. При этом сон в каждую секунду будет наносить у нас 20 урона по оппоненту. Как вы видели, у Легиона ушли немного хитпоинты. И в чем прикол еще? Тут очень много нюансов, и, блин, вот стараюсь ничего не упустить. И смотрите еще, когда вы накидываете на оппонента, на одну секунду у нас появляется такая тема, что... Появляется такая тема, что у оппонента, да и в принципе у самого персонажа, у него появляется на секунду неуязвимость, которая позволяет что-нибудь дозакайтить. Допустим, в вас летит какая-нибудь способность, там, Миссил Венги, вы можете аккуратно попробовать эту способность закайтить с помощью сна. При этом у Атропоса по хоткею Т также можно и выйти с этого сна, или он может просто разбудить. То есть в чем прикол, смотрите, вы можете даже накинуть на оппонента, и чтобы ваши союзники не ждали, вы можете отменить это. Сон, и все, и оппонент выйдет со сна, и его можно будет сразу убивать. В чем прикол еще этой способности, спросите вы? В том, что если вы, допустим, вот так вот закинули ему сон и попытаетесь ударить райт-кликом, то сон перебафывается на вас. То есть такая приколюха. Нередко вы, наверное, замечали, что крипы также могут перебафать, забрать этот сон. Вообще это баг, так не должно работать. Крипы у нас, когда вы находитесь во сне, они теряют приоритет и не должны вас вообще атаковать. То есть вас тут не должно быть. Очень легко эту тему, этот сон вообще забирать иллюзиями. Ну вот, допустим, смотрите, Ризрак тут, ага, такое. А мы сейчас, опа, нажимаем редклик, и иллюзия забирает этот сон, и мы можем спокойно убивать. То есть если Атропос хочет вот так вот уйти у нас, то, конечно, у него так не получится. Не получится, друзья. Ну и, конечно же, сон отменили и, типа, даггером уходите. Также у нас из сна персонаж может выйти, если в него там магию закинут. При том, что магия залетела, персонаж, оппонент, который закидывал эту магию, он у нас не улетит в сон. То есть сон прерывается только в том случае, если вы райт-кликаете именно по персонажу. Ну, вроде бы ничего не упустил. В линку этот спел у нас, естественно, не работает. На БКБшного юнита тоже не работает. Наносит у нас, кстати, чистый урон тоже этот сон по 20 единиц каждую секунду. Чистого урона он у нас наносит. Да и, в принципе, вроде тут нечего, друзья, рассказывать. Ну, во сне то, что ничего нельзя юзать, я уже, в принципе, показал, друзья. Поехали уже на ультимейт. Вот ультимейт это рели грозная у него тема. И сейчас будем его тоже разбирать. Поехали.
Итак, друзья, что ж, самое время у нас поговорить о Файнс Гриппе. Эта способность очень жесткая и позволяет выводить одного оппонента из строя. В сочетании с третьим спеллом вы сможете легко выбить из строя двух оппонентов. Если на одного вы накидываете сон, то на другого вы, конечно же, заюзаете Файнс Грипп. Ну и что ж, давайте у нас прокачаем данную способность. Как видите, она у нас уже прокачана. Хоткей у нас F. И дальность применения этой способности у нас составляет 625 расстояния. Юзаем на оппонента и давайте посмотрим, что происходит. Оппонент у нас обездвижен. У него улетают хитпоинты, улетает мана, а у нас мана пополняется. Давайте второй момент разберем. Смотрите, когда мы юзаем Find, наш персонаж переходит в ченнелинг. Это значит, что станы, юлы и всякая прочая там тема, хиксы изи прервут нам произношение нашего заклинания. Еще есть такая приколюха, что Файнс Грипп у нас не снимается диффузой с оппонента, но пресс атак изи развеет наш ультимейт. То есть он уберет вот этот вот дебаф, который располагается у нас на оппоненте. Как видите, мы находимся под Файндом и, конечно же, пресс атак у нас изи снимает. Длительность Файнс Гриппа у нас составляет 5 секунд. В течение этих 5 секунд вы снимаете у оппонента ману, наносите ему урон и ману также переливаете себе на Атропоса. То есть обратите внимание, у нас увеличивается мана у оппонента, она уходит. Да, это очень жесткая тема, то есть если у вас нету маны, но есть мана на ультимейт, то вы можете попробовать пойти ва-банк и, конечно же, восполнить ману, чтобы еще из брейнсапа там додушить. Это очень круто. Давайте разберем уровни прокачки на нашем персонаже. Смотрите, длительность Файнс Гриппа у нас 5 секунд. В течение 5 секунд происходит у нас вот это все действие, все вот эти манипуляции. И у нас будет тратиться у оппонента 5% от максимального значения маны. И будет переливаться, естественно, нам. При этом каждую секунду оппоненту будет наноситься урон в зависимости от уровня прокачки. На первом левеле 100 урона, на втором 155, на третьем 215 урона будет наноситься каждую секунду. То есть у нас получается на ласт левеле 1075 урона, получается, по оппоненту влетает. Урон у нас магический, это к слову. Смотрите, колдаун далее у нас 100 секунд и монокост такой 200, 300 и 400 единиц маны. Данная способность у нас Файнс Грипп славится тем, что еще она очень легко залетает в БКБ. При том, что если урон у нас на оппонента не наносится, то ману мы изи сжигаем через БКБ. Это прямая контра всяких штормов, медуз и прочей всякой темы. Также, друзья, у нас тут еще есть аганим. О аганиме мы поговорим немного позже. Что, друзья, вроде ничего тут не упустил. В линку, естественно, у нас Файнс Грипп вешаться не будет. И самое время, наверное, поговорить уже о аганиме. Ведь тут будут действительно кардинальные изменения. Давайте посмотрим. Так, друзья, смотрите, прикупили мы аганимчик. И что у нас тут имеется? Вот такой вот красивый эффектик. И что ж, давайте посмотрим, что у нас поменялось вообще в ультимейте. Открываем прокачки и смотрим. Во-первых, что нам нужно тут заметить, это то, что увеличилась процентовка сжигания маны в секунду. Она стала 10%, то есть 10% в одну секунду вы будете себе возвращать. Это реально вот так вот круто. И смотрите, увеличилась у нас длительность Файнс Гриппа, она стала 7 секунд. Вообще вот тут вот табличка, вы все по табличке видите, там даже нарисован аганимчик и че да как. И конечно же, смотрите, по уровням прокачки у нас увеличился еще дэмэдж. Смотрите, на первом левеле у нас стал 155. 5 урона, на втором 215 и на третьем 270. Все остальное у нас, в принципе, осталось неизменно. Если без аганима вы могли стянуть всего 25% маны, то с аганимом вы сможете стянуть 70. При том условии, что вы полностью докастуете Файнс Грипп на оппонент. То есть представьте, если вы у медузы снимете 70% маны, но это реально очень-очень жестко. Ну и что ж, самая прикольная фишка, которая у нас тут есть у Атропа. Смотрите, когда мы юзаем Файнд на оппонента, если на нас бегут райт-кликом атаковать, то на них применяется сон текущего уровня. Это очень-очень годная тема, реально годная тема, ребятки. Не знаю, почему тут. Видели у него там дасты? О, кстати, по-моему, в Файнде еще, если персонаж будет в инвизе, по-моему, в Файнде его будет видно, насколько я помню. Это я уточнил. Давайте посмотрим сейчас глиммер. Закастую минус итем гли. Вот, отлично. Кастуем Файнда и, конечно же, накидываем. Будет видно? Да, видно. В Файнде дается True Sight еще. Это, кстати, вот сейчас вот дотестили, потому что я бы это забыл полностью и не сказал. Дается True Sight на оппонента, на которого мы наюзали Файнс Грипп. Это очень годно.
принципе, тут более нечего рассказывать, друзья. Очень хороший аганим на данном персонаже. Я, конечно же, в любом случае буду его собирать, потому что длительность и дэмэдж. Дэмэдж у нас возрастает очень жестко. С аганимом у нас дэмэдж становится на last левеле, который мы можем нанести почти 2000 единиц. Это 1890 урона, естественно, на last уровне и сжигание маны 70%. Это реально очень сильно. Что ж, для вас я сегодня заготовил несколько, как обычно, интересных игр. Конечно же, пойдем в керри по фану, друзья. Так не нужно собираться, это я специально для вас делаю такой контент. Ну и, конечно же, то, как нужно сыграть на этом героя. Сыграем в саппорте и сыграем через центральную линию. Как обычно, три каточки, друзья, для вас. Спасибо всем, кто смотрит, кто поддерживает, кто лайкает. Конечно же, оставляйте комментарий, кого бы вы еще хотели увидеть на гайде. Но не забывайте, что гайдов очень-очень много уже. И пересматривайте, если что, открывайте вкладочку видео. И поехали, ищите своего героя. Героев уже очень много, там уже около 90 героев. И остается совсем чуть-чуть до того момента, когда гайды уже закончатся. И начнем переделывать старые гайды, там где была одна игра 20-минуточка. Там не было опыта для того, чтобы порассказывать что-то. Ну и, конечно же, будет куда интереснее узнать еще и историю героя. Ведь не все знают эту историю. Друзья, что ж, пожелаю всем приятного просмотра, тянуть не буду и поехали смотреть геймплей. Центр. Так, ну что, друзья, загрузились мы. Что у нас имеется вообще на данном персонаже? Это самый сбалансированный герой в доте, потому что у него одинаковый прирост ловкости, интеллекта и силы. Очень-очень интересный такой персонаж. Как посмотрите, у него статистики 22-22-22. Че у нас не любит этот герой? Конечно же, сайленсы, всякие хиксы, станы. Ну, дефолтно. Что может там Клокверк ему, допустим, может ультимейт сбить. А, что еще? Типа, допустим, хук Пуджа там или еще какие-нибудь дополнительные станы. Вот этих ребят мы будем, в принципе, контрить за ультимейт. То есть он без маны вивер у нас ничего не делает. Нерубиан Ассасин будет проблемой для нас, потому что если он нажмет Карапас, и мы нажмем на него ульту, соответственно, мы сразу застанемся и собьем себе все с, так сказать, ультимейт. И все, в принципе, вот в этом так-то и проблема. Но тут мы пойдем, кстати, через аганим и через догон. Мы сделаем догон в разочек. Догон в разочек. И будем делать еще аганим. Дагер нужно будет тут сделать. Посмотрим, если, походу, у нас тут инвокер. Лоу ПТСный хочет на мид. Лоу ПТСный инвокер хочет на мид, походу. Инвокер на мид, походу. Центр, хочешь пойти? Напиши сразу, да, нет. Не понимает, видимо, парень на инвокере. Ну, вообще. А, все. Хорошо, спасибо. Все, понял, договорились. Договорились с парнем. Это очень хорошо, когда ребята хотя бы как-то общаются в игре. А то бывает так, просто встанет на мид, молча и стоит. Как будто, знаете, ну, ГГВП изи катка. Так, ну что мы имеем? Виспа имеем, имеем. Ну, у них злой пик. Вот Бара будет напрягать очень сильно. Он даже в БКБ там сможет меня оттолкнуть, незер страйкнуть. Будет очень жестко на самом деле, ребят. И вот главный контрпик. Это глобалка по всей карте. Даже через БКБ будет ему пофиг. Поэтому нужно будет как-то немного кайтить, контрить. И все в том роде. Так, закидываются у нас паучки. Ребята видят паучков, не видят. Висп у нас цепляет паучков. Вокер у нас, скорее всего, будет умирать. Начинается драка. Ну, поддерживает висп. Наверное, там кушает тангусик. ХП уходят. Так, ну, вокера загрызли. Плохо. Виспа тоже загрызли. Да, ну не знаю, как они так, ну, типа, ладно. Все это мелочи на самом деле. ФБшка — это все на самом деле мелочи. Так, есик у нас тут. Есик. Нужно аккуратненько будет сейчас тут прокрипить. Ага, ракета. Кстати, мы ракету сможем кайтить. Берем сразу вот такую способность. Ага, ну не хотят они тут меня оставлять. Сразу же идут в размен. Ага, я понял, все понял. ТПшку сразу закупаем. Зря брейнсап не взял я, ребят. Пятером на миду стоят, пацаны, отдыхают. Брейнсап зря не взял, не думал, что сейчас такое будет, что в пятером будут на миду. У нас у виспа все варды, кстати. МБ хоть один вардик бы мне как-то получить-то хочется. У нас тут дабл мид, да? Но начало прикольно, мне уже нравится. Начало прикольно. Надо сейчас... Ну, нам надо, нужен четвертый левел.
Когда ракету он уже раскачает, что мы не сможем ее сбивать, то нам нужно будет кайтить ее хотя бы как-то. Одной секундой неуязвимости, та, которая у нас будет даваться, мы ее будем кайтить хотя бы. Пошел моноберн. Да, моноберн это тоже очень жесткая тема против нас будет. Но Неруб тут проиграет центральным в любом случае. Мне его просто нужно будет подловить и все. Фармить чуть полегче сейчас будет. Первую катку сыграл, вообще в салат проиграли, потому что не раскликанный. Вардов нету, Сларкс фрифарма 0.7.1 бегает. Забавно, в общем, там очень жестко нас полили какой. Но ничего страшного, все это временно. Через что пойдем, спросите вы, ботл. Ботл, еще раз ботл. Пацану вот так вот закидываем. Будем по КД закидывать, чтобы он не фармил. Возьмем сон на нексте. У него 0 крипов там будет. У него щиток. Но несмотря на этот щиток, вообще нам как бы пофиг. Снимаем просто дэмэдж и ГГ. Снимаем дамага. Во второй доте дэмэдж снимается и дается сразу же от Ропуса. То есть если ты кому-то забафал... Ой, ну вот эта хилочка вообще ни к селу, ни к городу, ребят. Мне нужен ботл. Инвокер себе тащит, наверное. Ну, я не знаю, ребят, ну не серьезно. Одну хилочку тащить. Одну хилочку. Так, сон берем. Идет ману стягивать. У меня нету маны и так. Мидеру в любом случае кура приоритете. Я не знаю, что там у инвокера. Типа, ну есть там гусик один. Все, пусть юзает. Ре. Кура. Вот так вот пишем. Надеюсь, с микрофоном все ок, чтобы не было пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи все. Весь гайд. А то бывает пиканье какое-то. У этих микрофонов есть такая приколюха у хайперов. Немного подамажили пацана. Сразу же моноберн. Но не могу ему ничего сделать, когда маны нету. Но пока держим ману. Будет он напрягать нас всю игру, конечно. Парень. А Нерубя на сасине, но это все, думаю, временно. Это временно, ребятки. Сейчас кату разобьем. Да нет, не разобьем, да, походу. Сколько маны там? 180 маны. О, бара еще бежит. Но я тут подстану сейчас ухожу. Хорошо. Нету кнопок. Я на низ пошел на руну. Ой, отличная руна, хоста. Хорошо, плюсую. Я заберу ее. Давайте отопьемся. Бежим на топ. Заберем и на топе руну сразу. На фул отпиваемся, потому что у нас скоро 6-й левел. Надо попробовать убить его. Все, маны нет. Маны нет, но вы держитесь. Как говорится, знаете. Ничего. Это все мелочи. Сейчас у него тоже маны нету. Промах. Ну, давай еще раз промахнись. Ладно. Я его не могу, кстати, с сапогом. У него сапог. Давайте манго возьмем. Нам манго нужно будет на этой линии. Ой, с сапогом. У него щиток, я не могу его нахарасить прям жестко. У ману по КД он мне закидывает, стягивает ману. И ближнего добью, того не успел. Стягивает ману по КД, кстати, мне. КД. Хорошо, попробуем в атаку сейчас пойти. А пол хп мы снимем. И ультанем. А он карапас нажмет в случае чего. О, шишир. Но там маны нет у него, товарищи мои. У этого пацана ману сожжем, да? Хорошо. Побить еще. Но стан откинул. Пойдет. Пойдет, нормально. Вивер невзначай погиб.
хорошо. Но виз помогает на ТП-шках. Висп на ТП-шках помогает. Можно вообще спамить брейнсапом тупо, но тут, видите, тут не поспамить. Тут Нарубиа на сасе, он очень сильно напрягает тем, что он постоянно маной бьет меня моноберном. И это дэмэдж по мне дополнительный плюс. Очень больно. Там гиролет какой-то заряженный, да? У меня там 200 хп, кстати. Гиролет заряженный там какой-то. Хорошо. И добил плохо. Кстати, у этого пацана уже инвиз имеется. С прокаста, кстати, с барой они меня убьют вдвоем. Тут надо сентри сейчас принести себе. Сентри принести. Вдвоем они меня убьют. Сейчас сентри летит и визард. Опа. Смотрите на низу кэсу. А вот жалко, у меня нету тпшечки. Сейчас бы там минус 2, минус 3 спокойно сделал бы. О, пешком. Пешком. Что-то попробую. По лесу. Наглую, конечно, но. Пробуем. Салусон этого на файнда. Почему бы нет? Угол. Он и ульт, и этот нажал, и сворм, и первый дал, парень. Нормально. Не будем забирать кату, пацана. Погнали. Че там, на меду нарубен ассасин, да? Хорошо. Меду. У него 800 хп, я его не заберу с прокаста, но я могу попробовать его подловить. Если он будет рядом с тауэром, можно кинуть ему сон. Крипы подойдут, и можно будет с крипами легко его убить. Вот так вот сделаем сразу. Отлично. Подфармливаем догон. Тут фастовый догон будет, так сказать. И с догоном попробуем покилять немножко. Через догон, а потом уже все остальное догера и прочие моменты мы будем докупать. Так, ты куда бежишь? На меня бежишь? Или на этого, на ЕСа? На ЕСа бежит. Давайте вот так вот сделаем. Да ладно, как достал. Вот этот пара. Одну кнопку побежал, нажал. Одна кнопочка, братик. Крутой герой. Слова не сказать. Забираем крипа. ТПшечка есть. Хорошо. Все. Я в сон буду вкачивать, наверное, в макс. Кто там, дамагеры есть с руки? Ну, особо там дамагеры... Ну, есть дамагеры, бара. Давайте, наверное, сон возьмем где-то, ну, в 6 секунд, чтобы, допустим, секунда плюс-минус на ультимейт еще. Чтобы никто никак не сбил. И все будет огонь. Так, есть у нас догончик. Хорошо. Опа. Вот крыса. Ой, крыса 2х. Хорошо сон прокачался сейчас. Крыса 2х пришел. Крыса 2х. Ну вот так вот со спины заходить, блин, вообще профессионалы, ребята. Прям, молодцаны, вообще, ребята, умеете, могете. А, я понял. Я не успел я себе накинуть сон, сори. Ну, брейн сапнуть надо. Хорошо. Пойдет. Брейн сапнул, догонул. Догоннул. Не успел я сон себе накинуть, конечно. Это жестко. Но ребята подоспели вовремя, кстати. Нормально пойдет. Пойдет. А базу, наверное, придется делать. Он уже давно у меня есть. Этот догон. Держи в курсе. Догон. Так, Ешка. Берем. Инвизибилити. Ой, если ЕС выходит, это очень на самом деле плохо, потому что не будет дополнительного дизейбла. Это такое себе. Ладно, ждем. Кстати, чуть по крипстату нормалин. Бара, 50 латенса. Вот я не понимаю, хостов заходишь на про аккаунт, он ставит 50 лата. И вот ему комфортно так играть, что ли?
Давайте брейнсап чисто откатить. Ой, брейнсап, find grip. Ой, невозможно. Невозможно. Слишком далеко было, по расстоянию, боюсь, не потянул бы. Хотя, если ультой достал, то другими способностями точно бы достал. Пофиг, откатить просто ультимейт. Все равно не юзается. Пока что. Не было возможности. Да герочек сейчас возьму, наверное. Качаем ультимейт. Без третьего хз. Сейчас бы подрегенил. Ладно, ждем ЕСа, что у него лагает. Лагает ЕСа. Я пошел на руну. Рубин пришел. Вивер на миду с фазами. Вот эта фаза на вивере, конечно, никогда не понимал. Фаза на вивере, не знаю зачем. Хорошо, 9 секунд курим. Выходим на центральную. И можно, кстати, вивера через второй и догон, по идее, убить. Там 700 хп, 300 чистого. Ну, можно будет через сон. Через сон надежнее будет. Сон под дамаж, то у него там 600 хп. А если пол хп там будет, там 100% на фраг. Так что вот так вот. Так, ну почти есть дагер. Фармим. Сколько секунд? О, с энтри минусом, да? С энтри минусом. С энтри минусом. Можно юл сделать еще тут дополнительно. Юл через юл вообще по кайфу будет. Там сало, всякие прочие моменты. Так, ульта у нас уже откатилась. Ульта откатилась. Не знаю, в наглую подходить тоже неохота. Станет и все. Неруба тяжело убивать, на самом деле. Вот вне моей позиционки очень тяжело его убивать. Плюс там бара еще. Я просто не в своей позиционке сейчас. Если я нападу на расстоянии, дам fine grip, то ничего к этому не, ну, как бы не приведет. Ни к чему абсолютно. То есть приходится вот просто стоять АФК. Потому что если бара прибежит, все. Ганг превратился в ганг. Как быть? Не знаю. Хорошо. Он бара на мид побежал, да? Увидел снизу. Отменил, походу. Хорошо. Ну, догоном, по идее. Хорошо. Догоном, по идее. Отлично. Уловил момент. Пацана подзадушить. Хорошо, сентри пока не ставим. Пока неруб все равно. На 18 секунд время выиграем. Отфармливаем. Next там, наверное, юл сделаем, потому что... Ну, без юла тут, конечно, будет не так круто, как должно быть. Без юла так себе будет. Потому что там сало. Тут еще БКБшка бы вообще. Аганим сделаем в любом случае. Погнали на руну. На руну. Что за руна? Инвиз. Хорошая руна. Вот, опьемся немного, предмет выложим. Больше маны получим. Хорошо. Погнали на низ. Вертик там что-то фармит через ПТшку. Хорошо, сало еще. Но у нас вот так вот 40 секунд. Но через второй и догон можно. Там вивера можно будет убивать, смотрите. 500 хп. Опа, глобалка. Ой, да я же успеть могу. Сейчас даггером просто. Успел. Успеваем. Ой, ракет. Но я умер, поскорее всего. А, не, он ракету не качал. Тогда с руки лупим. Лупим с руки. Сейчас додушим. Ясно. Там она вернуща. А это Нерубиан Ассасин. Здравствуй. Сладенький. Но я не убегу, да? А что на что спорим, что он его убьет? Ну вот был бы... Он сейчас стан даст? Не дает. Но это Нерубиан Ассасин. Называется Нерубиан Ассасин. Погангать. Такой себе герой. Время каста очень большое у Тропос. Он пока вот так вот сделает, там никак.
Ладно, все это мелочи, сфидели, хорошо. Линку, блин, вообще против Неруба, Линка, БКБ, я не знаю. Ну тут ни один Неруб, не хочу я против Неруба тупо делать эту Линку, БКБ. А, ЕС АФК вообще, чекайте. Чекайте, ЕС АФК. ЕС АФК, ну ничего страшного, бывает, бывает. Неруби Анасасина не убили. Бары эти бегают. Юл надо, ребят, Юл. Будем делать Юл. Юл делаем. Плотняемся на Улману. Он меня спалил только что. Там Неруби Анасасин в кустах еще будет. Вот этого пацана беру. Хорошо, готов. Я пока в сале побегаю, а ты во сне постой. Так вот. Хорошо. Где там еще? Кто там? Вивер был? Не видел я, кто там остался. Гиролёт. Ракетку не качает парень. Ой-ой-ой. Хорошо, пойдет. Кабара бежит уже, наверное. Но минус дэмэдж для бары припасен. Для бары припасен минус дэмэдж. Ну пойдет. Пока что разносим. Сейчас пол Юла уже есть. Юл нужен тут жесть как. Видели? Неруб успел все равно. Успевает карапас нажать, когда я его держу в ульте. Успевает нажать. Успевает нажать карапас. Я не успеваю его убить. Как бы тут вот этот момент урегулировать? Некрономикон собрать. Некрономиконов. Ну, аганим по-любому я хочу делать. Некрономикон будет тут пушкой заходить, тем, что там 2 инвиза. Будем пробовать. И абориген какой-нибудь было бы круто. Хорошо. Готовченко. Отлично. Отлично. Пошел я на топчик. Нет урона. Печалька. Его сюда. Подпушим. Что уже делать остается? У нас там остается копейки, на самом деле, до Юла. 47 интеллект. А что стало? А, Салаш там, да? Вот она что. Я думаю, почему неровная статистика? Там сало. Забрало у меня 2 инта. Я думаю, почему? Кажется, вот так вот. Стали на 2 единицы интеллекта тупее. Вот так бывает. Так, но у меня нету маны на сейчас файт на этот. Давайте заберем вот так вот артефакт. И остается у нас чуть-чуть. Кнопочка буквально одна. Давайте подфармим тут. Подфармим и пойдем гангать дальше. Подфармим и идем гангать. Хорошо. Отлично. Все, имеется. ТПшечку берем дополнительно. Есть юльчик. Дальше можно тревел, аганим. Сейчас с некстом уже в аганим будем выходить. Аганим, БКБ и тревел, наверное. Как-то так пойдем. Что-то слишком далеко сало зашел. Руб вардит. А, сало все на ТП-шке уходит. Понял. Понял. Так, ну тут вард стоит. 100% знаем. Понимаем. Знаем, понимаем. Вивер. Вивера на ульт могу взять. И, в принципе, он там умирает, по идее. Вивер ульт. И ГГ. Вивер ульт и ГГ. С Юлом вообще по кайфу двигаться на этом персонаже. Ну, фармим, отдефливаемся. Я понял. Гоу кайтить. Ага, так не закайтить. Я еще не могу из сосна выйти. Понял, все, базару ноль. Стрим играемся. Можно было просто Т-шку нажать и все. Пойдет. Так, ну нужно вард нам. Вард на руне желательно. Не хочется выходить, потому что на Рубин Ассасин будет по-любому сейчас стеречь где-то.
Йорд, он там не один. 100%. Вижена нет, не хочется выходить. Вивер. Вивер. Стоим просто АФК, ждем драки. То как драка будет, ЕУ нужно будет на себя иной взять, чтобы сало снять. Ходим. Ходим. По низу бы пойти, если так стоим. Никого нету на карте просто. Го на руну. Гоу на руну. Сало арчит делает. Чит плохо. А, чит. Найс, на меня не достал. Не палимся. Хорошо. Рубен ассасин. Иллюзия. Понял. Иллюзия, походу. Да, такой тупой мув был сейчас. Надо было сон давать. Но опять-таки сон даст оппонентам время. Я поэтому сразу файнда. Но next time нужно быть внимательнее. Но у нас на низу я не видел, что там руна иллюзии. То есть как бы непонятно. Понимаю. По низу у нас тут вард стоит. Просто низ и все. Господи. А, я понял. Я уже на баре был. Я уже был на вижне баре. И бары он зашел. Просто бежит со мной и все. Так вот, ладно, ладно. Мы можем собраться пятером и играть. Рили, можем просто собраться пятером и играть. А, бегаем в итоге вот так вот. Бегаем, бегаем, потом бара прибегает. Все, найс. Интересно так играть, конечно. Ладно, я не знаю, я тогда, наверное, буду фармить. Смысл вот эта беготня тогда, если такая беготня переворачивается в такие плохие драки. Смысла не вижу так бегать вообще. Просто вот тут вард стоит, мы им не пользуемся. Мы должны низ додушить под этим вардом и все. Вот и все. Весь смысл. Ну дефните, дефните, ребят, тавр нет, давайте. Я иду. Этому даю так, этому даю так. Ну-ну-ну, давайте. Пойдет. Пара бежит, да? Если что, и ульнусь. Оп, хорошо. Тянем КД. Хорошо. Отлично. Отлично. Вот вам еульчик. Все, вот так вот и играть надо было. Так вот и надо было играть. Гоу. Проблем вообще никаких нету. Тому сон, тому ульт и ГГ. Пушить не будем, что ли? Давайте запушим, вы чё? Тут, блин, даже на самом деле сейчас агоним не вариант. Клинка нужна. Линка, БКБ. Чтобы хотя бы как-то ультимейт просто заюзать. Давайте будем собирать то, что нужно, ребята. Не то, что хочется. Агоним это, да, круто, но мне не дадут им пользоваться. Никак. Никак не дадут. Пара, наверное, бежит уже, да? Герой моргает. Вовсю тавр побил. Изо. Ну так вот не хочется мне на самом деле впрягаться. Глобалку тут. Пара прибежит сейчас еще. Нормально. Откайтили драку. Хорошо. Но бара бежит, наверное. Потому что он так, видите, как он мансует. Пытается подловить позиционочку. Ждем пришествия баратрумов. Сентри били. Я смотрю на карту просто. Я жду бару, чтобы как-то хотя бы какие-то мувы придумать. У меня есть файнд, кстати. ГГ, нормально.
Хорошо. Хорошо. Дадим минус дэмэдж ему. Ой, разбудил шариками. Хорошо. Кто там еще? Хорошо. Пойдет. Неплохо. Идет неплохо. Бывало лучше. Бывало лучше. Погнали на руну. Неплохо, но бывало лучше. Бывало лучше. Так, что дерем? Берем вот эту тему. Погнали. На мид. Отбиваемся. Максимально. Да, в наглую мне, конечно, ульт не кастануть. Давайте БКБшку сделаем. БКБшку. Будем правильную игру делать. Так, в наглую никак не кастанем. Сразу арчит залетел, ГГшка. Там усон, но видели, там такая позиционка, что одни в лесу стоят. То есть, если я так начну, по-любому, может все совсем по-другому перевернуться. Поэтому в наглую решил дать. Хорошо. Руна полезная. Сколько секунд? 11. Вард стоит. А, ну да, тут же вард стоит. Но у меня в любом случае КД. Там под карапас смысла нету. Под карапас нету смысла идти. Станет стоять, пока бара прибежит. Ждать. Так, пол БКБ есть, да? БКБ в любом случае. Потом только с глобалки нету. Сбивать будет и все. БКБ. В любом случае. Я не хочу подходить, чтобы он клепал. Чтобы клепал. Если что, драка начнется, а минус дэмэдж верту кинуть. Очень полезный спел барри, минус дэмэдж. В принципе, они такие чисто ласкатели будут. Но 120 урона, тем не менее, но все равно. Висп. Суру дашь? ГГ. Ну вы поняли. Я бы сразу две кнопки нажал. Ок, уже поздно, уже не надо. СПС. Не знаю, что так сложно было дать одну кнопку. Но меня просто уничтожает Нрубин Ассасин. Просто я ничего не могу сделать. Он просто меня просто все хп сливает, всю ману, 400 ману. У меня все в интеллект. БКБ надо, вот БКБ копейки. Я хотя бы хоть что-то буду делать. А, кстати, там райт-кликеров много. Аганим вообще хорошо зовет. БКБ, аганим. Все, побежал животное. Побежало животное. Пофиг куда. Под тэп, под там, под хг, еще куда. Ну и сфидить, конечно. Классика жанра. Ставь лайк, если ты такое же животное. Бежишь под тавер. Чисто животнич. Так, ну что? Сайленсер, будем разговаривать? Будем разговаривать, Сайленсер. Я знаю, что ты где-то здесь. Сон даю тебе. Даю тебе вот такую кнопку волшебную. Жирный вообще жесть. Жирный чел. Сколько у меня там? 53 интеллект. Ну, 2 интеллекта так и отобрано. Пойдет. Почти есть ВКБ. Гем надо взять. Я так тревел вообще очень сильно по артефактам отстыну, потому что драки не очень комфортные. И уникальные, так сказать. Ну, потно, потно. Тут получается, что Нрубин очень сильно контрит. Через ульт убиваем. Верт, 1000 хп. Вот как его можно не убивать? Но там сейчас резисты настолько сильные, что догон там на 100 хп карает. Фиверс энтри ставит.
Ви. Но нету сентрей на вивера. Господи. Мне БКБ надо доделать, сентри еще бы купить. Не знаю, выходи сейчас на лин. Ладно, пофиг, на свою. На свое усмотрение выхожу. Пара на низу. Пара на низу. 18 уровень. Сентри надо, хоть бы кто сентри купил. Я не буду покупать БКБ. Страшно так ходить на самом деле. Уходим как цыплята, знаете, вот, в курятнике. Влево-вправо, влево-вправо. Я могу ульт сейчас нажать. 14 секунд. Му! 14 секунд на ульт. Животничек побежал. На меня, наверное, побежал, да? Но туда прыгать небытие куда-то, это, конечно же, наверное, не стоит. То ладно, я понял. Руну забрали. Погнали на другую руну. Что там, драка? Вы драться собрались? БКБ вверх. Геге. А БКБ не направить. Хорошо, но я умер тут, да? Да. Ну, тупят пацаны, на самом деле, я считаю, потому что идти, ну, не вид... они не видят ничего, они не могут подобрать позиционку и заставляют идти в драку, нажимать непонятно кнопки, чё, куда, прыгать, не знаю. И вот так вот получается, что у Верта уже БКБшка. Ждите, пока Медуза выфармит. Ну, 30-я минута, у нее вообще ничего нету, просто Madness Молния, ну, хз. Хз, Madness Молния. Ну, терпим, терпим, но нету вижна просто туда идти. Сейчас уже будет БКБ с БКБшкой, будем уже поддушивать. БКБшка. Хотя БКБ буду нажимать и уже не буду арчит ловить, потому что, ну, тут хз. Тут мне ничего не помогает, сразу маны не остается. Неруп успевает дать еще манаберн. Ну, 400 маны сразу. У меня мана пол тысяча, причем я еще, если нажимаю кнопки, это ГГ. Вообще не остается маны. Го на низ. Дофармим БКБ. Чуть-чуть остается нам. Чуть остается до БКБ. Главное, чтобы сейчас животное не прибежало. Что я не увижу даже. Что она бежит. Животнич. Или Нерубиан какой-нибудь вылезет с инвиза. 1400 хп у меня, в принципе, хп приемлемо. Это один крип и БКБ. Хорошо. Все, есть блэкинг бар. Есть блэкинг бар. Погнали на базу. Не хочу я. Боюсь. Продаем ботл. 700 урона. Воу. Понимаете? 700 урона дает. Пешку беру. Погнали пешочком. Хотя бы. Я раскину сон. Одному пацану сон, другому там то. Этому пацану сон. Ну не могу дать, ушел просто. Все, понял. Не могу дать. За шо бэ мы можем зацепить спокойно. О, сало там. Зашел в Глиммер Кейп. Сон. Одному сон, другого на файнда задизейблили. ГГшка есть у меня. У меня есть кнопки, мы можем подраться. Ходить сейчас АФК. Ладно, го АФК сейчас чуть походим. Я пошел вниз. Но я не могу, не смог зацепить. У нас еще есть ЕС, чтобы цеплять. Но от ЕС вообще ничего не чувствуется. Он там вообще... спит, наверное. Не знаю, или лагает. Потому что я сейчас не смог не зацепить. Ульт я не стал давать, там глобалка залетит. В любом случае. И толку. И отойти придется на минус ультах. Все, гоу сюда. Вивер, ну, линку делает. Вивер линку делает. Сейчас на низу будет драка, наверное, да? Ну,
Нахер. Тоже в интеллект, все. А тут вообще на Руби он офигенно заходит. Всех он тут контрит на самом деле. Пацаненок, его соло убить вообще каев будет. С ультимейт. А ЕС, не знаю, стоял АФК. О, сейчас только дошло, что фиссуру надо дать. Мы подеремся, я хз. Хорошо. Боже, ну кто знал, что рядом этот пацан тут? Сон даю. Хорошо, бей с руки. Бей с руки его. Просто бей с руки. Непонятно, ЕС будет давать фиссуру, не будет. Поэтому сразу даю сон, потому что не хочется прогулить время. Нормально, минус 2 дали. Но БКБ, я не знаю, не знал, там шинеру. Давайте я буду вардингом заниматься, потому что невозможно. БКБ не стал жать. Да и хорошо, что не жал, потому что потом глобалкой снял этот... Ой, глобалка, БКБшка снял глобал. Центральную надо отдефить и пойдем дальше. Центральную отдефим и go дальше. Хорошо. Сейчас пойдем. Надо не в дефолты поставить варды. Тревел желательно сделать. Максить догон уже потом. И вообще аганим надо. Аганим тут прям хорошо зайдет. Но я не кастую, в принципе, ультимейт. Сюда поставим. И в дефолт. На атаку вардик B1 поставить. Догон первого левела только актуален на ранних стадиях. Потом вообще толку от него нету особо-то. Хорошо. Хорошо. Так, что у нас имеется? Сайленсер. 1480 хедпоинтов. Го сюда поставим вард, чтобы видеть хотя бы дефолт руну. Герой заморгал, да? Пара побежал. Еще кнопку на БКБшке держу. Да-да-да, бежал. Вертика много. Оу. Но Роша, мне кажется, мы не зайдем нормально. Роша нормально мы не зайдем, мне кажется. Успел нажать. ОГГ, медузу продаем, я тут ничего не сделал. Упал. У меня маны вообще, в принципе, нет уже. Маны нету. Даю. Дизейблю просто на отход. Да уходи отсюда, нефиг тут делать. Маны нет, все, 100 ман. Нету. Нету маны. ФЗ как на руб успел, карапас нажать. Очень жесткий контр. Очень жесткий контрпик. Походу ГГ на руб овнет. Это походу ГГ. Это жестко. Что-то пацаны жестко разносят нас. ЕС, да, отвратительно играет. Мне вообще не нравится, как ЕС играет. Он просто не умеет ничего делать, потому что когда надо, фиссуру вообще не дает. То есть он не чувствует вообще игры в целом. Если мы-то ошибаемся тупо, потому что там контрпик жесткий, и он-то просто ошибается, потому что ну, не может ничего. Ни стан закинуть, ни вовремя ничего. Вообще тяжело, пацану. Пара бежит. Даю. Ну, хоть так, не знаю, окей.
Да ладно, ну и мне ракета, конечно. Ну знал бы, БКБ жал. Не видел я ракету. Это МГГ в любом случае. Хорошо. У него маны нету. Хорошо. Пойдет Go Travel. Не бегать на базу. Нормально, ну плотно, я не знаю. Блин, ес, соберись. Ес, соберись. Пожалуйста. Мне тоже надо собраться, нужно нажимать. Ну я не знаю, я не хочу просто так БКБ нажимать, а тогда, когда нужно, оно не жмется. Получается так, Go Sentry. Вообще нужен гем уже. Такая сейчас стадия игры, когда уже нужен гем. Маны у меня очень мало, отвратительный монопул. Мне остается один слот, потому что, ну, вот эти артефакты, они мне просто нужны. Против Неруба вообще линка. Линка тут вообще против всего. И от бары, и от Неруба. Вообще пока. Иду сюда, Сентри. Сюда, Сентри. Время каста очень высокое у него, конечно. Леснички, поехали. Да, висп улетел. На карте нет, смотрите, виспа. Ага, вот он. Лол. Четыре героя, короче, четыре иконки. Я смотрю, я думаю, так, а где пятый? А где пятый? А пятый-то я, лол. Ну нормально, забрал он медузу, погнали. Рубай щит души. У нас есть уже скади тут. Но сейчас будем жать БКБ и их кастовать, я не знаю. Мне главное верта закинуть минус дэмэдж. Ес вообще. Братец, очнись. Ты что? Спит парень. Спит парень. Можно вообще животное вот это зацепить? Я зацеплю его. БКБ нажал. Ну ладно, без БКБ будет драть. Пацан. Хожу. Все, все, не гонитесь. О, так нагло. Так, у меня один сентри. Значит, один сентри только в подножье вот сюда ставить. У меня один опс. Сентри ставим сразу. Сентри сразу ставим. Хорошо. Все, чтобы видеть врагов. Сразу минус дэмэдж, пацану. Да, я так в упор подошел жестко. Я не буду эту кайтить ракету, я ее приму. Сало минус дэмэдж. Какого БКБ жать? Окей, верта на ульт. Ага, найс. Я дал ульт? Я дал ульт. Найс тайлер. Найс. Кривая, кривейшая драка будет. Я еще живу. Кривейшая драка. Я только нажимаю ульт. Только ульт вот нажимаю и ГГ. Так, но у меня есть сап. Есть сап. Отхилится чуть-чуть. Там байбек. Минус дэмэдж. Догон. Дью-ю. Не успел я ему дать сон. Не успел сон дать. Союзничку. А нормально зашли с горем пополам. Не знаю, я ни одного ульта не могу дать нормально. А, я понял. Неплохо, неплохой сон. Я умер, да? Неплохой сон. Отвратительная игра, вообще ничего не могу сделать. Жесть, как же контрят. Тут у них очень сильные герои. Сало. Очень много сала. Просто. Ультимейт. Я только, опа, руки поднимаю там ульт. Ни разу просто кнопки норм не дал. Станы, карапасы.
Станы, карапасы, очень тяжело. Ладно, низ почти запушили. Что у нас есть, косарь? Блин, ну я не знаю. Ну против глобалки, ну ничего не поможет. И у меня и так все максимально на подсейвы. БКБ у меня есть. Дегем взять и пытаться таким билдом заканчивать. Потому что ну никак. Агони мне тут не поможет тоже. Я не смогу реализовать свой ультимейт. Поэтому нужно закупаться как-то в другую сторону. Тут догон, догонами килять. Второй догон под БКБ. Потому что ну я не могу кастовать. Кастовать не могу. По драке сейчас немного, если честно, теряют, что кому раскидывать. Сон, сном можно задизейблить, сном можно подсейвить. Ну, все, вардинг на меня ушел. Я что, вам тут саппорт, что ли? Серьезно, варды? Берите. Я не собираюсь тут, блин, бегать как саппорт. Ну, серьезно, мне артефакты нужны. Я хочу, может, линку сделать. Линка хотя бы минус один. Моноберн, минус одно сало какое-то таргетное. Там арчит хотя бы, я не знаю, я смогу снять. Хотя бы. Это хотя бы. Линка, вивер. Но вивера можно бы первым подсбить. Вместе го. Или нет, или опять будем стоять ждать, пока они нападут с барой. Ладно, терпим, не знаю, ребятки, немного. Что-то как-то не удается у нас пока что. Глобалка, найс. А, бара, понял. Да не нужно его тут драться с ним. Нужно уйти просто. Просто уйти. Настоящий, у него маны нет вообще. А, бара бежит. Бара бежит. А! Ты решил таки не это, не его убивать. Ну окей, БКБ жму. Окей. Он бежал на топ. А, я понял, как получилось. Он медуза ушел на ТП, и бар развернулся и четко меня. Я просто не видел рид. КЗ. Ему шапалаху дадут. Ну вот тут как вот такие вот, ну вот я не понимаю, ладно, беги, я сливаю игру себе. Линку сделай, зачем тебе манта тут, тут линка нужна. Манта тут все равно в сале будешь вечно стоять. Хоть заюзаешь, хоть нет. Ну ладно, я слил, окей. БКБ ничего не юл не дал, но юл я уже не успел дать. Брейнсапнул в линку. Тоже забываюсь очень много. Ну такая себе игра на самом деле. Не, ну выигрышная в принципе, но не чистая вообще. Давно таких игр не было. Ждем медузу, медуза выфармливает. В любом случае, глейд за нами. Я думаю, законтрим, если все вместе. Законтрим. Но как обычно, FF написал и душить дальше. Ну, блин, я за свои мувы очень сильно расстраиваюсь, на самом деле. Очень плохо все нажимаю в этой игре. Неруба никак не... Он еще и лотус собрал, вы прикиньте. То есть все, что будем на него накидывать, все будет на нас еще накидываться. Очень сильно моросит пацан. Вообще невозможно с ним. Верт понасобирал все, что видит. Чисто такое. Еще не знает, не определился, что собирать. Че, берем гем, окей. Погнали. Гем, погнали. Я пошел. Бары. Кого там нету? Злого чувака нету, да? Хорошо, но я сейчас попробую сделать, пока глобалки нету, то, что нужно. Прыгнуть. Дать сон. Дать сон, дальше дать файнд. Пока у нас 35 секунд есть, в наглую, в центральную мы можем зайти. По шпе. Лотос, кстати, офигенный контур моего героя. Хорошо, сбили линку. На Руби она за фокусом. От этого пацана еще надо. Дай накинуть. Даю БКБ. Ну, кастую. Но ЮУ в ЮУ, окей. Окей, я хотя бы поддизейблю. Хорошо. Ну как поддизейблю? Задушил. Нормально. Души его с руки.
Линку. Хорошо. Ну, торнадо вообще такой себе был. Ну, я Неруба законтрил там. Малин. Давай с руки его душить. Меня бьет сразу же. Не крыса ли ты, бро? Серьезно. Сало даю. Бью с руки. Хорошо. Сало даю, говорю. Сон даю. Ну вот так вот и выиграли. Вот сайленсера не было, глобалки не было. И выиграли. Правильно все нажать. ГГ. Вот такая катка, ребят, потная. Как обычно, фастфиниш написали и дальше душить. Гем взяли, побежали. Хз, получилась такая... Тупо, я не знаю. Немного потновато игра. 51 минута. Непонятных действий. Не было никакой толком синергии. Тяжеловато было, конечно, в этой игре. Тем, что Неруб очень сильно контрит. Неруб очень сильно контрит. Так что держите в курсе. Если будете играть, бойтесь Неруба. БКБшка и... Сайленсер глобалку дает. Очень напряжно. Я ухожу. На базу. Я пошел на базу. Ну что, догончик самое время апать. Что делать еще? Потому что догон первого левела такое. Ну вообще можно было тупо выиграть эту игру на догоне. Промакшиваешь догон. Брейнсап догон, брейнсап догон. И все, то есть так и выиграть. У меня был такой план. Но я увидел, что тут собираться нужно команда. Потому что нужно хоть что-то делать в игре. А не тупо соло фраги. Фраги делать и все. Но это можно будет другой каточки сделать. Тут такая потная каточка, то как нужно, в принципе, сыграть. Но тяжело. При таких контрпиках еще нормально отыграли. 13 на 7, 20 ассистов. У нас ЕС, правда, немного подводил, но... Нет. Ой, я ему ультану, короче, на лицо. Хорошо. Даем ему. Минус дэмэдж. Даем сон. Будешь душить чем-нибудь? Хорошо. Догона дам. Окей, вот этому догона дам. Блин, сколько хп. Бегаем от таракашек. Оп, хорошо. Ха-ха, молнии повылетали, нормально. Ем. ГГ, ребят. Вот такая у нас катка первая на Атропе вышла, но немножко... Тяжеловато было с ЕСом таким, но ЕС все равно в любом случае молодец, сделали все, что могли. И вроде неплохая катка в целом получилась, но очень много ошибок. Next катку постараемся сыграть более четкую, потому что в этой катке очень все грязно у нас получилось, но ничего страшного. Че, поехали next вот она. Что, друзья, загрузились мы, иду я, наверное, центральную. Ребятки, пойдем опять центральную. Сейчас я хочу попробовать билд через Аганим и Некров. Это круто, друзья. ХФ, парни. Удачи. Хорошо. Через Некров и Аганим попробую. Давайте сначала попробуем сделать тогда Некров. Через Некров пойдем. Клокверка сразу взяли. Жесточайший, жесточайший контрпик. Не, это фан, катка. Все, жесточайший контрпик, это Атропос, ой, Атропос, Клокверк против Атропоса. Ну, посмотрим, что я тут смогу сделать. Посмотрим, что я тут смогу сделать. И будем душить. Так, ну что ж, готовы мы на самом деле. Ребята берут тоже на победку. Некра, Аганим, Даггер, все это будет. Нужно будет только нам аккуратно работать от нашего ультимейта. Хочу сделать Некров, чтобы с ультом... Убивать как можно лучше. О, найс. Если взяли Сларк, то по-любому некрономика нужно тут делать. Некрономика, ну это круто будет. Погнали сюда, на низ сразу. Центр встану. Тинкер, в принципе, на миду. Ну, может мне изи проиграть на самом деле. Тем, если он ошибется, я дам сон. Он постоит во сне, крипы обойдут, обойду. И будем душить. Будем вкачивать сон на 6 секунд. Где-то примерно третий левел. И дэмэдж. Тут дэмэдж, кстати, снимать Сларку тоже будет очень хорошо. То, что Сларк, он, в принципе, сам по себе будет щекотать. Но для него дэмэдж, по сути, тоже роли не играет. И для него главное это высасывать статистику. И все. Ну, ничего, посмотрим, что у нас тут выйдет. Если честно, хочется хорошую, качественную каточку. Но тут такая будет динамика, я так чувствую. Потому что у нас есть зомби. Зомби есть. Есть керри. Прекрасный. Ланайка. Ланайка тут.
Наверное, не будем тратить сон. Сон тратить не будем. Будем через второй играть тут сейчас. А можно сделать сон, тупо в наглую закинуть, и пацаны подойдут, и будет нормалин. Пацаны подойдут. Можно было бы, да, можно было, но не хочу я руну тоже отдавать. Нужна руна, нужен буст. Хорошо. Хорошо. Нужна руна, нужен буст. Пойканем. Может, не смотрят. Хорошо. Все, найс. Он засуицидит крипов, да, Тавр? Давайте еще заставим его. А, он вообще когами тут проблочил. Но за такую тему, по-моему, баны дают сейчас. В наше время. На самом-то деле. За эту тему. За эту тему, по-моему, баны дают. Ничего страшного. Сапожик возьмем, главное, с сапогом начнем. Парни, давай, он пол хп уже вон просадил. Че у него там, цирклетка, топор? Хорошо. Будем драться сейчас. С пацаном. Будем драться с пацаном на миду. Но мид он мне все равно сольет, несмотря на то, что забрал ранних крипов. Я левел в левеле, я смотрите, как проигрываю сейчас. Очень плохо. Главное, аккуратненько. Найс, пролаги. Смотрите, что делает. На клокверке. Ну, ребят, я не помню, раньше за это давали баны. Раньше. Сейчас я, конечно, не уверен. Но если репорт написать, по идее, этого чела забанят за багаюз. Это является багаюзом, стопинг такой, крипов. Такой стопинг крипов, это багаюз. Насколько я знаю. Гоу, сапог. Ману. Ну-ка, крипчики, проснитесь. Надо их как-то разбудить. Вон дедок разбудился, но он уйдет обратно. Он считает, что там его место. На третьем левеле. Надо будет заходить за табор. Он не фармит. Клоки тут. А клоки. Давай драться. Хорошо. Найс, меня еще и тавр побил. Но вот тут тавр что еще достал. Вот это, конечно, хз. Хз. Да, жестко, жестко. Но это называется невезение. Или что? Еще и тавр побил. По классике. Хз, там тавр не должен был бить меня. Я был уверен, что я там... Ну, что он мне ничего не сделает. Вообще, в принципе. 30 маны. Сапог есть, должен тычку дать. Где? Хорошо. Странно очень сейчас скрипы себя повели. Даля, в упор не могу добить. Ничего, фейл, окей, это был фейл мой, безусловно, но дальше, конечно же, будет получше. Не знаю, почему у меня сейчас герой так обошел, но так нужно было. Ладно, еще раз. ХЗ. Нервишки, походу, да? Ой! Тут крипов не добивать на миду. Все, найс. Хорошо. О, у него там левел 4. Ты меня убить хочешь? Ну давай, я ботл пока куплю. А, тинкерос еще. Я заберу соло его. Эх, я ж мог забрать его. Зря ты забрал. Я там соло забирал. Вообще с руном будет, кстати. Хорошо. Ну, у меня, можно сказать, Бара забрал мой фраг, который я сейчас разменивал. Не знаю зачем. Давайте сейчас иллюзиями приведем себе крипов, которых он забирал, чтобы забрать экспириенс. Но сначала крипов надо вот этих тут выровнять. Вот этих. Очень агрессивный мид, но там пацаны знают, скорее, ну догадываются, что я пишу видос. И поэтому стараются максимально меня тут на миду создавать суету. Но не получится, ребят, не получится в этой катке. Сейчас мы вот так вот сделаем.
6 левел, хорошо. Иллюзиями надо. Вообще желательно было бы его хорошо забрать. Но у него 800 хп. Скрипами можно будет забрать. Я накину ему сон. Крипы, иллюзии. В совокупности все это задушит его. Я так думаю. Просто пушим. Если сейчас... Хорошо. Отлично. Сейчас иллюзии попросим, чтобы они нам привели крипов. Хорошо. Одну иллюзию. У нас есть одна иллюзия. Но очень много крипов прогуливаю, кстати, жесть. Клок не знает, что так близко подошел, но я этим воспользовался. Так, братцы. Где там еще? Давай. Сюда ведитесь. Сюда ведитесь. Не хотят они, они там так и стоят, лол. Понимаю. Ларк изи, кстати, сон снимет. Он может с Ларкой атаковать в сон. Просто дарк-пак нажми заранее, атакуй. Очень легко. Блин, тут вообще на самом деле форстав бы сделать. Было бы круто. Было бы очень круто. У нас очень мало крипов на такой минуте. Я стою фул фри, я не могу добить ни одного крипа. Погнали на руну. Че у него там? Жесть, у него вообще хп нет. Ага, он идет с руны. Да, там хорошая вообще руна лежит. Хорошая руна на низу лежит. Но я не успеваю, да, по идее, туда. Пойдем, пробежимся. Тинкера вроде я не видел. Лайн на низу фрифармит. Давайте попробуем взять. Прогуляться. Что у нас там по ульте? 9 секунд. О, так я его, в принципе, если он сейчас так будет крипстатить, я его, в принципе, и заберу через сон. Через сон я его заберу. Его сейчас подамажит. Хорошо. Отлично. Отлично. Нет у меня кнопок, ребят. Let's go. Хорошо. Отлично. Кстати, можно через Мидас пойти. Давайте пойдем через Мидас, если мы хотим очень жесткий билд. Go через Мидас. Хорошо. Через Мидас пойдем, ребят. Аганим, Некра. Будет у нас тут билдер. Чтобы с ютубером поиграть. Пацаны тут за меня горой выходят. Мидас сделаю, ребят. Страта как на инвокере будет. Go. В экспириенс пойдем. Оп, хорошо. Оп, стакнем. Фармить не будем. Фармить не будем. Go. Ману закидываем. Блокерка будет 6 левел, надо будет его бояться. Так, найс. Хорошо, дабл дэмэдж. Но если он нас зажмет в коге, мы наюзаем дабл дэмэдж. Начнем бить его просто с руки и все. Так, у нас есть find. Find grip. Есть. Качаем сон. Хорошо. Хорошо. Че, погнали в центральную? Клок там такой будет сейчас хукшотить, походу, да? Вот сделаем вид, что мы дурачки, отходим такие. Вообще, можно забайтить, чтобы он нагло прыгнул. Он нас не убьет никак. Тем более под дабл дамага вообще. На изи. Хорошо. Но сейчас дальше в point booster. Point booster. Что мне нравится у Тропаса, ровные статистики, ровный дамаг, и это очень годно тем, что ему, если берешь дабл дэмэдж, то он работает нормально, не как, допустим, на других героев, у которых мало, допустим, дэмэджа, и, соответственно, мало дэмэджа добавляет с ДД. То есть, ну, вот такой вот какой-то баланс. О, сейчас бы крипа не добить. Ладно. Вот пришел, да? Я тэшком разберусь сейчас. Он там будет чилить. В стиках.
Не, ну так не пойдет. И Лина еще. Ну все, я тут умер 100%. Да. Эге, боже, что я сделал только что? Так банально встал, просто бил этот тавр. Ну по-тупому очень, я сейчас согласен. Он не должен был вообще меня тут никак забирать, знаете почему? Но я честно прогулял, что это один крип, он успел обойти чисто. Там просто сон откидываешь с ульты, я даже убил бы его. Ну вот это ТПшка, ладно, пофиг, моя ошибка. Ну хотел тавр очень сильно забрать. Я вообще на самом деле, если честно, вот играю вот эту уже пятую игру. Одну игру только записал и все игры вин, но столько тупников, это жесть. Сегодня не игровой день. Все игры выигрываешь, но они некрасивые. Вин, но некрасивый вин, знаете, как обычно. То есть, ну, берешь, там красиво выигрываешь, там подобное. Но вот так чисто. Зе. Не, ну с барой тогда будем убивать, что делать. Окей, ультану, хорошо, говорили. Хорошо. Ультану, как скажете. Ну а что, отпускать тебя, что ли? А что тебя отпускать, что ли? Хорошо. Хорошо. Но мид сломали. Нормально. Сейчас поинт бустер купим. 11 минута, правда. Совсем нету у меня затара. Но там еще есть ларк, кстати. Так, 2к имеем. 2к имеем, кстати. Скоро у нас будет уже. Глиммер может сделать, блин, сейчас. Аганим потерпит. На миду вон парни. Так, на топе сларки. Файнда вкачали. Тинкер. Хорошо, поинт возьмем. В любом случае, поинт бустер. Лина клок. На низу. Что за руна? Ага, неактивная. Погнали все равно пешочком. На миду сейчас заберем. Забираем крипов. Лока побаиваться надо, но будем держать от него позиционку и хорошо будет. Не надо, братец, я не пойду туда далековато. 1200 имеем, хорошо. Так, лок на низу с ПТ-шечкой, кстати. Руна есть? Есть. Опа, как лока нет. Ой, не туда чарж вообще. Забро. Какой мисклик. Не ахти. Не ахти, мисклик, конечно. Погнали по лесу, пройдемся. Если что, сразу на файнда возьмем. Кто тут у нас будет? О, крипов. Экспириенс сразу. Юзаем этих крипов. Хорошо. Во-во-во, вот она драка, то, что нужно. О. Подождем чуть-чуть. Она, го файнда сольем на нее. А, ну два ульта меня тут задушат. Не успел я. Ой, да ладно. Ну вот это жесткий контрпик. Надо было сразу ульту на нее юзать. Вот я тупой, конечно. Это жесть. Ну кто знал? Кто знал, что он прилетит? Сейчас начнется вот это действо. Кто знал, ребят? Я лично не догадывался даже. Лично я даже не догадывался. Но я виноват. Надо было сразу действовать. Надо было сразу действовать. Я виноват, безусловно. Вот второй тупняк за эту игру. 14 минут, одни тупники, я хз. Нормально, умрет она, умрет, умрет. С яда просто, уходите. С яда умрет, по идее. До какого левела? 4-й, должен умереть. Там он же постепенно, по секунде. Не, не умер. Лол. Ладно, продаем. Погнали на центральный. Ребят, очень много тупников. Я не знаю, почему так сложно нажать ультимейт. И, ну, клокверк, блин, я вот сколько? Я 4 игры сыграл, я играю против контрпиков жестких. Герой очень сильно контрпикается на самом деле. Ну, посмотрим, как дальше будет.
Смотрим. На самом-то деле такое себе. Почти есть аганим. Давайте тупо аганим, короче, выфармим. Чтобы уже, если что, не знаю, зачем я там сон дал. Надо было сразу ульту ему заряжать и все. Забрал бы сразу. Цена. Фармим. Три смерти, это уже очень много на тропость. Ну, клокверк закрывает, ГГ. Клокверк закрывает, ГГ. Погнали, поможем, но, ребята, надеюсь, успею. Хотя бы что-то, какой-то импакт нести. Кул. Этому сон. Этому ульт. Зачем? Отойду. ГГ. ХЗ. ХЗ, ребят. Такое себе занятие. Пойдет. ГГ. Погиб зомбик. Погиб зомбик. Так, ну если гоним. Этих крипов. Нет у меня кнопочек. Ладно, и коляша делаю. А нету у меня, нету ничего. Погнали на базу, наверное. У меня МП вообще нет. О, ну хотя бы так. Минус дазл, да? Умрет он там, тайгер вообще. Монетка. Иду. Заберем, а тульты будем работать сейчас. Это от клокверка надо будет походу делать еще. Тиммейт, опа, апнутый. Хорошо. Дальше некров можно. Некра это суета будет жесткая. Давайте некров сделаем. Некрачи, это будет суета жесткая. Как раз от Ланайки, чтобы ей дополнительный рефрекшн. Рефрекшн сбивать. Ой, реген забрала. Реген. Попробуем забрать ее. Ну, я ее с этой, по идее, должен убивать. Соло не получится. Ланайка пошла. Соло не получится. Клок. Клока-клака. Бояться Атропоса по-страшному, конечно. Вот тут клок в спине сейчас будет. А он на руне, хорошо. Клок в спине. Видели? Каст чисто начинается. А, нет, не успеваю. Клок тут еще. Ходим, короче, опасно слишком. Ракеты летят. Лок стоит там, гол ТП-шку. Возьмем. Видели в упор, как подошел, зачем? Я ж нажал атаковать сразу. Так, в экспу уходим просто. ТП-шка имеется. Фарм, хорошо. Кто на миду? Лина. Ну, Клок, мне кажется, тоже на миду будет. Давайте постоим аккуратно. Стоим аккуратно. Страшновато, на самом деле, ВС Клок. Оно много ошибок на миду ВС него. Вообще, на самом деле, изи его убивать, изи кайтить, но видели сами все. Некрачей дальше сделаю. Некрачей будет пушка. Нет уверенности ультовать, когда Клока я не вижу. А, вот он. Армалин. Малин. Томба у тебя какого? В троечку. В тройку. Вообще даггер, я так понял, вообще даггер фирст айтемом надо душить и все. На 7 секунд это будет вся контора. Удуши ее.
Я не догоняю. Хорош. Отлично. Отлично. Нормальная драка, в принципе. Даггер надо, ребят, сейчас буду делать даггер. Даггер надо делать. Даггер, чтобы активнее играть. И ультом пользоваться. Но ульт у нас заряженный сейчас. Видели, я почти сразу убил пацана. На клоке. На клоке почти сразу убил пацана. Нормально, дэмэджа очень много. Там единственное, клок может сбить, да? А, Тим Тинкер вообще ничего там не делает. Опа. Так, успею второй дать? Успеваю. Даггер бы сейчас. Но вот тут он не успеет зайти в вижен. Я нет, не догоняю. Даггер надо. Но вот тут мы можем умереть сейчас. Там клокверк еще будет сейчас. Да, вот он клок. Клока. Пришел. Я пошел за даггером за своим на низ. С даггером со своим я пошел на низ. Даггер дальше, не крачи пойдут. Экономика нужны тут. Хорошо. И надо ульт юзать. Ульт юзать надо. Хорошо. Погнал я на руну. 30 секунд, пока добегу. Джаггера там убивает. Убил. Соло причем убил. Тинкер. Но у нас лейта нету. Мы в лейт-гейме. Мы тут прогуливаем игру. В любом случае. В любом случае, в лейт-гейме мы тут проиграем. Там Сларк леса фармит. Но через загоним, может, законтрю. Так, 50 секунд. Сейчас на руну пойдет Лина, да? Хорош. Пойдет сейчас на руну. Хорошо. Убью ее через ульт просто. Хорошо. Оп, 16-й. Найс. Ну, не крачи, поехали. W. Есть. Гоу туда, на низ. Вот драки. Нам драки нужны. У нас зомби. АФК ходит. Собираться. У Сларка там лотар будет. У него маска. Не страшно. Лотар будет. Будет очень страшно. Сбивай, сбивай, сбивай я эту тему. Вторую эту. Нету дэмэджа, братан, у тебя. Братан, дэмэджа нету. Как я не мог застилить? Я первый раз направляю вот этот звук, а потом, короче, ну, не удалось застилить. Там просто, ну, мой фраг получается. О, Сларка прыгает. Там Shadow Dance, брат. Два, го. Вардика, а Вардика нету, да? Хорошо, забрали Сларк. О, Клоквурк там. Нормально, у меня сейчас ульт будет уже. Делитесь с ним, ребята. Вы его изи убьете. Там же клокверк. Молодцы. Ой, там драка началась дальше, да? Ю. Unstoppable. Заберем так? Или придется кнопки жать? Заберу. Хорошо. Нет ульта. Есть ульт. Если прыгать, то только в Тинкера. Тинкера надо. Стрик забрать. Тинкер, вон он, буду в Тинкера прыгать. Ну, ему ГГ. Хорошо. Оу, щит. О, щит. О, гад. Побегу. Даю. Уф, надо убегать.
Хорош. Но жалко, жалко, заберут. Там, ребят, не буду пока закупаться, надо. Нету кнопок, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это мы тут встряли. Не туда крест дал, флова дал. КЗ, Лину я не видел, сорян. Че у нас там есть? Визард, Белт, хорошо. Только не говори, что ты тоже умрешь. Не должен умирать. Даггер есть, все, уходи. Пойдет. Пойдет. Уйдет он. Уйдет. Тинкера-то законтрили, но он что-то сдохли опять сейчас. Тинкер работает там. Убьет его. А если бы чуть дальше пошел, не умер бы, мне кажется. Тинкера только фокусить надо. КЗ. Там кого? Сларк еще? Ну, у нас не хватает контроля. Нам надо душить, а мы не душим. Мы сосем. Дай ему урну. Урну дай. Рефрекшн сбивать. Ой-ой-ой-ой. Рефрекшн не сбивается, да, все равно. Но все равно заранее бы продамажить. КЗ. Не знаю, я когда барой влетаю, всегда, допустим. Да и то я барой-то толком не играю. Барой влетаешь, сразу кидаешь ультимейт. Ультимейт сразу там кидаешь урну. Не урну, не ультимейт кидаешь, урну сразу накидаешь. Так, гиги. Гоу. Гоу-гоу-гоу. Задушим на изи. Некрономиком делаем. Вот Т2, пожалуйста. Кто на топе там? Тинкер с догоном. Ну ни за что, деремся на... Ой, на базе, да, артефакт? Ясно. Сейчас бы вард бы там агрессивный поставить, было бы круто. Тинкера, если не поймаем. Лок все равно в любом случае собьет мне. Ультимейт. А умер он там. Хорошо. Крип. Загрелся на меня. Хорошо. Дефится как могёт. Просто пушим и отходим. Зря ты побежал на самом деле. Это сейчас умереть можно от клока еще. О, точно Б. Ну, ГГ, тут надо уходить. Нету кнопок, чтобы драться. Джаггер на топе, тем более. Али на мид. Некра 2. С некрами третьими уже можно будет наглую соло пушить. Что-то у нас 20 секунд, да? Ланька. Ланаю надо через ульт убивать. Так, клок тут у нас, да? 17 секунд до ульты. Гоу Ланаю вот так вот пошкерим. Она может быть в лесу сейчас остановится. Подпармливать я ее за ульт убью. Надо и керри их тоже обоссывать. Сларка и... Жесть, вот он клок. Но клока я, наверное, не потяну. 1800 хп нет, я его не потяну, конечно. Конечно, я его не потяну. Пятеро, да, на то плохо. Можно фигней не страдать. Уйти, в принципе, на низ тупо и все. Нужен вижен, чтобы убивать. Б. Лок поймал. Хорош, он просто его за ульт убил. Ля, что происходит? Извращенства какие. Хорошо. Приехавший называется. Фильм называется «Приехавший». Поворот не туда. Хорошо, сейчас некра. Тройка уже будет. Вместо ботла. Хорошо, погнали. Вместо ботла. Все, некра 3.
А это что? Дагон Рисипи, ясно. Ну, классика, кстати, на Д. Пить Рисипи. Экономикон. Печалька. Ладно, фейл, окей. Дофармливаем. Сларка Лотар Сейдж как раз. Будем некров поднимать, будет очень хорошо. Так, Тинкер 17 секунд. Тинкер 17 секунд. Дофармливаем тут пацанов. Есть, да? Экономика. Можно будет некров тупо поднять, если Тинкер там забайтится. Но надо через сон начинать просто будет теперь. Чтобы некров успевать поднимать. Если сейчас Тинкер прилетит, будет раскидывать. Просто сон ему, некрачей подняли, ультимейт. А, Тинкер вон он идет. Но я тогда не столкну. Хорош. Вроде неплохо будет. Против Клокверка, что я вам рекомендую покупать? Рекомендую покупать Форстав для того, чтобы вам легче было в игре, чтобы вы постоянно в ульте его не стали. Но я не вижу натиска с Клокверка тут на самом деле большого. В начальной стадии, если я сам ошибался, то да. Сейчас нормалин. Так, ну я по низу поведу крипов. По низу. По низу. Сами там джага там душит нормально. Я спокойно сам по низу пойду сейчас пока. Ну, там ребята командой под томбой просто. Хорошо. Хорошо. Отлично. Гуд. Гуд. Так, еще пачку крипчиков. Пачку крипчиков. Let's go, что делать? Еще пачка крипочков. Они все в тавернах, 4 героя. Я тут жесть. Кучу крипов заспаунил. Вообще такой мега пуш идет. Кров не буду поднимать. О, смотрите там, что делает извращенец. Хорошо. Сложился. Можно уже, в принципе, не на экспу, а на золото давать. Давать на золото уже. Медас. Клока сейчас вообще бояться не буду. Я его буду уже убивать с руки тупо. Под некрами. Под некрами тупо с руки. Хорошо, 2к имеем, go travel. И дальше Октарин. Через Аганим играем, Октарин дальше, и ГГ будет интересно, круто. Отлично. Так вот, ребята, тут прочекать вардик. Нету, все, тогда по низу. Сек, сек, кура. Вот так вот, отлично. Ребята, вот сюда. По низу пойдем сразу. В сторону. Давай, давай туда, резче. Сколько еще живых жить будет? Ага, хорошо. Плохо. Хорошо, отлично. Задушено. Нет, дазла только не отдавайте. Нормально. У Лини сон тут давать. А, нет у Лины, чтобы сон давать. Оп, хорошо. Ох, там как хорошо, смотрите. Ой, ультанул. Ты где? Ладно, Тинкер убежал. Смотрите, сколько крипов он тут настакал на клоке. А, абузер чисто. Эта пачка крипов, понятно, делает арес. Но те крипы, которых он тормозил, это, конечно, жесть. Ну что, остается нам тут Октарин только докупать. И, в принципе, каточка успешная у нас получилась. У нас очень хороший керри. Мы, в принципе, что-то тоже делали. И овнили ребята нормально. Мы все равно в доминации. Нормалин. Хорошо. Хорошо.
Все, отходим. Клок резнулся. Солбустер имеем уже. Солбустер, смотрите, солбустер, Октарин, Хекс. Все, мы полностью запакованы. Но это если нету никакого контроля там. Типа, знаете, вот типа там, чтобы сбивали вам ультимейт постоянно. То есть Клокверк. Но БКБ тут не поможет против Клокверка вообще, ну никак. Что тут может помочь против Клокверка? Форстав только, но он в меня не прыгает, вы сами видите. Его Клокверка убьем на характере. Будет подходить. Так, почилим. Почилим. Если что, со сна начнем. Там я начал с Ларка. Почему? Потому что успел некров поднять. С Ларка я так и начал убивать там. А так, когда не успеваете начинать... О, гоу. Я готов. Хорошо. А можно вот так вот? Ну, с руки будем убивать. Хорошо. С Ларкича. Хорошо. Хорошо. Ну, наверное, на вставочку. Можно еще вот этого пацана. Да, не короче, я там потерял. О! Ну, это на вставочку. Точно уже. Но, видите, еще без ульты даже. Жесть. Даже без ульты. Нормально. И Октарина минус вторая сторона. Хорошо. Задушили. Вот некрочи, сила некрочей. Сларк бедный пытался меня убить, и не удалось у него. Я его просто убиваю с руки с помощью некрочей. Но у меня вообще 23 левел за счет Мидаса. Оп, Октарин. Хорошо. Let's go сюда. Бедная Лин. Крик просто. Вот третью сторону. Третью сторону. Динамично. Опа, диспел. Даю тебе сон, братик. Он диспелит. Оп. А это уже не задиспелишь. Хорошо. Хорошо. Джага молодец на самом деле. Молодцы. Хорошая катка. Хорошая катка. Хорошая карта. Очень даже интересно получилось. Ну что ж, друзья, вот такой вот геймплей у нас получился здесь на Атропосе. Конечно, игра такая себе. Ну, вроде вам покажется, наверное, изи. Очень много лайнинговых ошибок было. Если вы сможете пресечь лайнинговые ошибки, которые были у меня, как я там умер, там за тавр, и вы сможете довести до идеала геймплей на данном персонаже. Надеюсь, тут каточка вам понравилась. Ну и что ж, что можно было еще добавить к этому билду? Конечно же, добавить то, что тут можно было купить еще хекс. Ну и в принципе все. В принципе все. Ну такая, не знаю, простенькая, 37 минуточек. Ну а дальше постараемся сыграть в керри фановую катку. Вот эта катка так, как нужно играть. Прошлая тоже была как нужно играть. Именно, то есть по билдам, по какому-то саппингу. Там вардик, там вардинг. Ну и все. Давайте пойдем теперь фановую катку, чтобы вы немного расслабились. Это тоже в напряжении такие игры, но не пойдет. Поехали, фановую катку. Сларки. Так, друзья, сразу мы пикаем нашего героя, попробуем сделать его в нормального керри. Но у нас, я вот уже, это 14-я игра, честно, я уже не скрою, это 14-я игра. Геймплей обычный, нормальный, изи отписал, но вот этот геймплей, это просто нечто, потому что не получается его отписать, потому что попадаются ребята, ну вот, смотрите, что пикают. Если сейчас, ну вот этот парень нормального керри не возьмет, мы проиграем опять. Это 14-я игра, по-моему, уже, или 13-я, я уже сбился со счету. Все игры в отличном... Да, отыгрываются, но в керри билд не получается собраться. Игра начинает становиться такая лейт-геймовая. И, конечно же, команда у меня, как обычно, просирает. Но ничего страшного, будем пытаться. Кто знает, в принципе, те знают, ребят. Вы, наверное, чекаете матч-листы у меня, посмотрите, если что там. Все равно знаете, видите, как это все происходит. Какие кида у меня, что у меня, кто ливнул и кто не ливнул. Так, ну вот на самом деле в лейт-гейме... О, мартретка. Но если мартретка хорошая будет, то будем
скорее всего, выигрывать. Но Тинкер тут будет лишним, мне кажется. Тинкер лишним будет. Пиктра еще. Опа, он со статами там. Сжигание стата. Ну, с Врейсбендом. Был бы у него Orb of Venom, он бы забрал его спокойно. А так нет. Этого я не понимаю иногда, почему нас Ларки игнорируют Orb of Venom, берут какой-то Врейсбенд и типа, ну, неужели это прокатывает? Погнали, ребята, помогать. Дай ему промаха просто там. Пау, промаха и все, и бей его, стой. Не потянет. Хорошо. Кентавр, ну все, Кентавр опоздал немного, я там уже не помогу. Нет смысла. О, еще РОП. Ну, понимаю, там гусик скушал. Кстати, бара опытный, там гусик сразу скушал. Оп, фит-конторка. Фит-конторка. Хорошо. Ууу, там Кентавр подох. Уже пит контора какая, смотрите, уже паразику задохли. Хорошо. Укуру. Хорошо. Кто на миду, интересно, будет? Так, ну что, нам основная задача, это, конечно же, перекрипить. Унывать не будем. Может, каточка нормальная будет. Нормальная каточка, может, будет. Так что пока. Фармим, стоим, душим. Главное, чтобы Сларка там не нафидели. А, Сларк у меня на миду будет нормально. С Фрейсбендом так-то вообще кайф. С Фрейсбендом так вообще кайф. Давайте принесем себе вард. Драться. Если мужчина. Драться, если мужчина, давай. Не-не-не-не, не сбивай только. Давай драться, если мужчина, говорит Азес. Потлик. Хорошо. Все, фармим дальше. Сларка убили в миду. Некоторые ребята не знают вообще. Я вот сколько играю, я заметил, что некоторые ребята вообще не понимают, что делает этот герой и как с ним нужно играть, и как ВС с него нужно играть. Вообще не понимают, ребята. Жесть просто. Это очень, на самом деле, досадно, потому что, ну, герой очень примитивный. Размениваются по хитпоинтам, стараются и в итоге проигрывают. На лоу хп подбайчиваешь, типа вот сейчас, о, вровень идете, раз-раз, типа сейчас, типа позволю умереть. И а чел укакивается и получается так, что, ну, проигрывает драку. Вот так вот бывает. Можно даже с крипами вот так подраться, по мне нечего бояться. Ничего бояться. Так. Сейчас вот левелапнули. Самая жесткая тема это то, что он не может стянуть ману. И я не смогу брейнсапать. Просто не смогу. Но там немного по одной пичке стягивать он будет. Давайте побыкуем немножко. Ты меня убивать собрался? Давай. Креветка. Гиблая креветка называется данная игра. Это пока он так может отыгрывать, на самом деле. Это же имба. Если у тебя рук нету, можно спокойно на имбе выигрывать.
Имба это имба. Сейчас сосет, потом может убивать. Хорошо, так, нормально. Опа, надо сейчас сразу же фейзы себе всю тему. О, 45 латенции, я не знаю, жесть. Лаги, лаги, у пацанов лаги, лад пишешь. Пацаны, как-то. Такое. Лад, лад, лад. Туннель, хост. Все есть. ТП-шечку берем. Фейзы, первый артефакт. Ему не медас, скажете вы. Медас вторым. На фейзах нужно будет двигаться. Тут у нас баратрум еще ВС. С баратрумом будут проблемы. Нужно будет убегать. Так, есть. А где Сларк? Сларк все, покинул линию. А, вон он. А даже как-то я не поймал. Да. Как раз таки вот 200 маны, да, как там жестко не хватило. Понимаю. Классик. Дали на низ. Не хватило нам жестко как. Сларки креветковичи. Хорошо. Хорошо. Хорошо, 2х. Оп, отлично. Так, что там, Медасиус, говорите, да? Господи. Ну, она на руне, просто на руне была. Я пошла варды брать. Ой, варды, руну брать. На рунах была. Пошла руну брать. ДДшка. Бара бежит, наверное. Да. Наверное, бара бежит. Да, герой заморгал. Вижу, вижу, моргает. На руне попадает. Го по таверам встречать. Смотри ты. Бежит. Хорошо, ля, еще одна ару. Странно, но эти ару я тут не ловлю. Ля, куры нету. Все. Ой, куры. Ну вы поняли, чего нет, руны. Жесть, что за обезьяничи у нас тут на меду происходит? Обезьяни какие-то зарубы у нас тут. Так, ну надо крипить. Что за дела? Что за дела, надо крипить. Что за дела? Мортар, вообще, собственно, что вы тут делаете у меня на центральной? Уважаемая Мортретка. Мне бы пофармить. Чуть-чуть. Зе. О, господи, как он меня не любит. Пирамид. Пирамид. На самом деле не три. Ларк, пятый уровень. Это они слишком непонятно стянулись. На топ доминации идет. Нормально. Тут выиграем, я думаю. Так что не робеем. Все будет гуд. Добиваем вот этих крипев. Центральный. Медас уже. Без фейзов уже бы 300 раз фидел. Без фейзов уже бы 300 раз фидел. А бобус чисто. Так, погнали, есть. На Смидасиус 8.40, нормально. О, тинкеросика там гоняем.
пичка. Бэкстэбович. Бэкстэб и дэмэйдж. Пошел. Так, хорошо. Гангаем, гангаем, еще раз гангаем. Че, дагер возьмем? Наверное. Не знаю, я столько перепробовал уже билдов через молнии, через доминатор. Жесть, сколько билдов перепробовал, но не хватает чего-то. Все равно постоянно проигрываешь. Я ушел в фарме. У меня мид снесли там. О, барочка на миду. Руна, руна. О, все, Сларку фарм подали. Да, вот первый фраг Сларку. А, второй уже. И все, Сларк имба. Имба патча. Монетка. Вкусно. 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 Так, на лайн выбегаем. Фармить. Сколько у нас там? 10.53. Да, нормально, все. В дефолтный крипстат уложились, плюс еще подроумили немного. Хорошо. Так, это есть. Там спека еще. Блин, сильверуху от спектры делать. Сильверуху от спектры. МХ же, да. А, ну МХ же, да, точно. Точно мобхак. Точно мобхак. Давай драться. Но с барой не пойдет. Да не души. А троп МХ. Да, да, МХ. Да, да, МХ. А чё ж я тогда сейчас уль давал? А, да вообще о чем тут речь? А троп МХ. Пусть МХ. Так, хочется доминатор сделать. И хочется лотер сейдж сделать. Гоу, мид. Че, мартретка? Ноль действий вообще. Вообще ноль действий, мартретка. Лотар сделаю. Через лотер сейдж пойдем тут. Хорошо. Варды бы. От котла. Варды бы от котла было бы хорошо. Все, геймплей сломался. Нет. Котлик, братец, вардики. Ай, молодец. Понял, а можно сон? Нельзя. А ну, монолит кинул. Хорош. Досился. Так, Мидасиус, Лотар Сейдж. Конечно же, фирст айтем. Вы шо, как же без Лотара? С Лотаром будем душить, бэкстебы. Молнию потом. Хорошо. Смартредка, аквила просто. Непонятно, что с смартредкой. Приуныл парень немножко. Даль ТПшки нету. Жаль, ТПшки нету у меня. Газанул. Бара, погнали на низ. Там еще в лесу сейчас фарм соберем. Да, ТПшка есть. Ля, как они быкуют. Ой-ой-ой. Гоу. Сейчас классно. Как раз Лотар придет. Ну, а можно меня подсейвить немножко? Этого креветку соберу. Хорошо. Monster!
Хорошо. Вай. Вай разнес просто. Как мужчина. С руки на лотаре 55 урона. На лотаре с руки. Нормально. Хорошо. Сларка зафокусили, без маны просто оставили пацана. Без маны Сларк ничто. Так, Бара на топ идет. Бежали. Успел. Я пойду бить Бару. Бить Бару. Ладно, не буду бить. И по флесочке побью. Спека на топе. Иди сюда. Крип большой. Большой крип побежал. Так, ну что, молнию? Лотар, молния. Будет грозно. Этих крипов сейчас побью, там бары нанес. А нет, нормально, отменил он, да? А сейчас внизу будет драка. Будет драка, я с ТП прилечу. Там онлайт нажали, да? Да, онлайт. ТП делать. Что-то надо будет собрать сейчас формулю какую-нибудь. Конечно. Конечно. Рубика нету, да? Плохо. Хорошо. Овнэч делаем. Прыгнет. Прыгнет, понятное дело. Кентавр, маны нету, да? Атаку-то, значит. Так, хорошо. Брат, ну не прокатывает что-то. Вообще. Так, тэпа. Хорошо. Хорошо, погнали на топ руну. Продаем сейчас нулик. И нам нужно носить тпшку и с ребятами. Если что, хелповать ребяткам. На рунах, на лайнах. Дома продадим. Дома продадим. Гоу. Убик там. Ходит. О, дабл демейдж. Кого там? Кто там на топе? Спека. О, так я и убью. Погнали. Бэкстеп. Там две тычки и брейнсап. Чистым уроном ей там залетит. Нереально. Но не по таборам надо это как-то. Сейчас она будет ухать. Но, наверное, либо дальше пойдет, либо в лес. Если в лес пойдет, 100% наш фраг. А, ну на лайне тоже. Погнали. Нас не видно было 100%. Хорошо. Жестко. Дали на низ. Сейчас бэкстеба также. Кого-нибудь да может убьем. Давай, 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 резче. Полетели. Хорошо. Ну я умер, да? Ай, ребята, по-моему. Опа, закайтили. А что доту отправляйте? С руки бью. Зря я с руки бью. Урна, все, я погиб. Брейнсап. Ну вот что это, вот это. Ну блин, такой каст отвратительный. Но я спектре подарил только что очень много золота. Зря я бил бы это. Выжил бы. Выжил бы. Армлет, включай души. Убивай. Давай, ты же мартретка с армлетом. Хорош. Ну блин. Какой же долгий все-таки у нее, у этого героя каст на самом деле. Жесть просто. Долгий каст. Закайтил Незер, но бил в БМ, там тавр на меня был затриггерен. Я вот здесь стоял, но я потерял контроль по сути тут. Моя ошибка, конечно.
Печалька. 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 Так, ну ладно. Сфидели разочек, сфидим и двазочек. Хорошая, кстати, страта. Пойдет. Так, ну что, продолжаем. Продаем нулик. Погнали на топ. Пацаны жалуются на лаги. И вы, глядя на эту плавную игру, такие... И лаги, ты о чем? Сайт дает, все равно не забрали бы. Чалька, надо на Б бежать как можно быстрее. А, Марита тут. Марита. Блин. Все, уходим. Нормально. Марита. Марита. О, понял меня, самонит. Только куда? Чем? Маны не дал. Ну, сейчас, да, лагает. Но это провайдер. Это не айкап. Не знаю, зачем он меня сюда засумонил. Так, а что выложим? Ничего не будем выкладывать. Ботл выложим. Ой. Пожалуйста, можно затпшиться на базу? ЦГГ. Минус интернет. ЦГГ. Ладно, свернемся, посмотрим, что там у меня интернет или что. Интернет. А, нет, все нормально. Все, я в игре. Малин. Бот игры. Да при чем тут бот игры? У меня провайдер это. Это у вас там проблемы какие-то. А. Нормально, идем дальше. Два варда взял, ботл у меня там в магазе остался. Погнали к магазу, потому что там ботл лежит. Опа, нанизу драки, а-ля фидерс называется. Забрал зачем-то. Погнали, сейчас вард расставим, ботл заберем. И душим дальше. И останавливаемся. 50 фрагов. Но 50 не сделаем. Вот такое. О, вот сейчас нажал. Кстати, давайте вот сюда вард поставим. Туда не будем ставить. Здесь этот вард редко чекают. На самом-то деле. Хорошо. Points grip. Points grip это жестко. Брал ульту мою. Это жестко. Пайндом. Нового барана мне, да? А нет. МХЗБ. Сори.
Сори. Сейчас ребята еще имха на хг поставят, нормально будет. Сори. ПМХ. Сейчас чекают варп? Нет, не чекают. Найс. Хорошо, так, спектру надо найти. Спектра у нас нанизу. Рубик там. Рубика душить. Я Рубика за несколько тычек убиваю. Там бара поможет ему в любом случае. Эх, не успеваю я, да? Я не успеваю. Вот арщика дальше собой. Ого-го, Рубика, кто там идет? Сларк, да? Ну, меня Сларк беспокоит тем, что там у Рубика мой ультимейт. Так, пойдет. Пойдет 2х. Тавр наш. Хорошо. Сразу тавр хилится. Так, ну что, абиссал собираем? По-любе. Бара. Ох, что бара. О, спека. Эй, да серьезно. Сларка. Хорош. Так. Хорошо. Под душем. Вот это доказывает, что не имха, имха и не имха. Вот это жесть, конечно, забавно. Так, ребята там дерутся по-страшному, да? Смертный бой идет у них. Ой. Вон он, смотрите. Каги. Понял. Так, хорошо. Так, 4200 имеем. Что-то жесткое сейчас будем покупать. Что-нибудь такое, чтобы, блин... Ля, ну что это за сворачивание? Что-то внизу нажал, здесь какой-то оверлей вылетел. Внизу бара. ТП-шки нету. ТП-шки нету на низ, но надо пешком идти тогда. А, ребята справятся, да? Или нет? И не справятся. Умон меня. Да зачем кентавра? Он же на ТП летит к тебе. Ой, лол. Побежали. Сильверуху решил я взять, это меньше КД. Сларк там одевается, тем не менее. Надо подпушивать. Плохо. Да сейчас он такой лошок, Сларк. Но он уже, видите, то есть он сосал, раз, и артефакты уже по чуть появляются. Прикольно, че. Спектра там тоже.
Кушать надо. Так, 2К имеем. Бежали. Фингер, ты куда? Да? А, все, понял. Тут не помогу. Тут не помогу. Сейчас ночь, бара, по идее, меня не увидит. Давай. Я понял, меня жестко подставили. Ребята, зачем вы меня так подставляете? Я даю ульт. Орта, прыгни. Бей, пожалуйста. Ладно. Окей, моя ошибка. В следующий раз так делать не буду. Буду соло душить, ребят. Ну, как видите, просто команда чуть не знаю. Даю ульт, они бегают. Секунды 4 проходит, начинают бить. И то меня уже в это время убивают. Сларк, очень проблема сейчас будет большой. Очень серьезный. Оп, уж в сторону. Ребят, так, кузанем. Так, надо пушить, иначе Сларку мы проиграем. Крит давайте. Крит Абиссал. Крит Абиссал. Давайте сначала крит сделаем, чтобы бить больнее. Крит Абиссал. Будет круто. Посмотрим, что у нас сейчас по слотам выходит. Без кирасы, возможно, пойдем. Пусть мартретка сделает. Если что, мартретка не будет делать. Ну, крит хочу. Очень хочу крит, чтобы, если что... Крит сатаник бы вообще, чтобы отхиливаться, чтобы можно было драться нормально. Со Сларком. Сейчас посмотрим, как будем собирать. Давай, давай. 5 секунд. Потмо убить пойти. Через ультимейт. А, ну ульты нету сейчас еще. Работал в помойку, ребят. Что у нас остается? Остается сатаник. Сатаник, допустим, и еще слот. Сатаник, еще слот, допустим. Опа. Бегает. А этот мой клиент. Бей с руки его просто. Пойдет. Жаль, конечно, забрал. Печалька. Так, додушиваем, идем дальше. Хорошо. Так, додушиваем. Ну, надо по чуть стороны начинать подмачивать им, подносить, потому что потом будет проблема. Будет проблема. Серьезно. Так, 2К имеем, это очень хорошо. Крит сейчас сделаем. Че лучше сатаник? Да, бара рестница. Бара есть, да. Я умер, да? О, на файнда взял. Ну, не помогут мне тут никто. Еще и относ. Да ладно, нету хила, да? Не, живу, по идее. Живу. Но еще спека будет ультовать. Поэтому надо сейчас брейн сапнуть. Пытаться убегать. Бежим. Если что, уже почти есть у меня сильвер. Бежим просто. Как я не умер, я не знаю. Вот доминатор. Блин, ну, буризу доделать хочется. С буризой, конечно, пушечка будет. Буризу доделать там уже будет. Доминатор и прочее. 500 золота остается. 500 золота. Оп.
Хорошо. Жесть. Атропос такой фановый получается у нас. Но очень долго я пытался записать этот геймплей. Это жесть просто. Манта. Хороший артефакт. Манта хороший артефакт. Так, 800 золота. Гоу добьем. Соточку еще. И надо душить. Так, 1000. Все, наберется. Морта Горошу, наверное. Доминатор, Сатаникович сделаем. Вот это получается у нас тут крит, сатаник и еще что-то. Еще что-то будет. Крит имеем. Крит имеем. Так, молнии. Сларк там, Лотар. Сларк. Лежит. Погнали. Вон он. А сейчас выйдет уже с Лотара. Нормально меня на Finder Ruby взял, кстати. Я думал, все, конец ГГВП. Каточки моей. Жаль, во время Finder не могу бить или во время сна. Как во второй доте, во время сна можно бить. Лол. Я, наверное, сейчас, если Сларк тут, я его бэкстебну. Или давайте на мид лучше Мартретке помогать. Гоу. Хорошо. Как оно? Сейчас тут Сларк будет пробегать еще. Да нет, не будет. Нормально. Гумит. Ну а Скотл молодец. Спасибо, друзья, что подписываетесь на канал, смотрите гайды, фишки. Это круто. Это круто, что поддерживаете. Каждому респект. Ракета и все. Окей. Хорошо. Ну, пушим центральную. Надо подпушивать, потому что потом будет очень тяжело. Команда хорошая попалась. Молодец, Котл, кстати, и подвардит, и аганим собрал. Видите, человек посмотрел гайд и сразу понимает. Сразу понимает. Сразу понимает, что нужно тарить. Это круто. Лунный колодец, погнали душить. ППП. На топ бы сейчас полететь. Но нету ТПшки. Так, хорошо, дофармливаем. Что там у нас? 6 секунд мидас. У нас еще 2 слота должно быть. Сейчас Сату, наверное, бахнем. Или МКБ еще. Прикиньте, я как с руки нарезаю просто. У меня 2 КХП. Отхил бы какой-нибудь. Сатаника, типа, знаете, что-то. Меня там просто могут расконтрить. Молния есть. Мид сломали. Роху надо. Рошу. Хорошо. Отлично. Гоу. Гоу, доминатор возьму. Доминатор. Хорошо, по 700 криты. Ля, я бегу. Я бегу, бегу, бегу. А я бегу, бегу, бегу. А, Бара, все, побежал. Бара побежал. Душу. Беритесь. Бара, все. В ультимейте держу спеку. Сейчас сожгу Иману ХП. Бить с руки. Ладно, буду сразу бить. А, ульт взял. Окей. И сюда сладенький. Нормально, вот он, Сатан пошел. Ахилович. Скадевич. Сатан Скадевич. Оу. Инвиз. Хорошо. И сюда. Отлично. Сторону. Нормально. Сатан в студию. Вот такой фановый керри билд у нас получается, ребят. Не знаю, долго я, если честно, писал этот билд. Это жесть просто. Это жестко. Тем не менее, результат. Да, получился. Наконец-то. Ребятки помогли таки поддушить. Команда хорошая очень попалась. Несмотря на то, что там лаги, не лаги были, извиняюсь.
Что так подлагивало, но я ничего не сделаю. Все, сатаник имеем. Отлично. Отлично. Сата. Хорошо. ГГ. Нуля, жесткий билд получился у нас все же. На этом, походу, ГГ. Ребята там уже дефиться не смогут, наверное. Гоу додушивать. И дас имеем. Погнали, додушим, пацанов. Додушим. Где там? Хорошо. Гоу додушим. Нормально будет. Мартретка уже нагнетает их там. Гоу драться. Ты чё меня убивать с руки собрался? Не успел я ультануть. Жестко, жестко получается. Просто как машина вылазишь, начинаешь жить. Ребят, ну так не рекомендую собираться, потому что это билд все-таки фановый. Фановый билд, и не нужно так собираться ни в коем случае. Не нужно ни в коем случае так собираться, потому что, ну, это фаново, но так нельзя. В играх будете руинить, друзья. Уф, ну что ж, друзья, на этом гайд на Атропоса подходит к концу. Спасибо всем, кто посмотрел этот гайд, от души каждому, кто поддерживает. И вот такой вот у нас конечный билд получился фаново. И гайд в целом, я думаю, можно сказать, он закончился. Потому что все билды, которые можно было, я, в принципе, перебрал. Что я понял из того, что у нас имеется на данном персонаже? Данный персонаж у нас такой. Если команда не подтаскивает, очень тяжело будет играть. Я сыграл на этом герое около 16-17 игр подряд. Именно из них я проиграл игры 4. Потому что просто, ну, овер невозможно играть из-за команды. Потому что бегают 1-7. И оппонент, если собирают с толпой, вообще невозможно что-либо сделать. Плюс я писал это в керри билде, а не в обычных билдах. Обычный билд через некрономикон офигенный. Можно еще попробовать сделать через Hero Killer, так что у вас типа будет там Дагон, Октарин, Этериал, и вы сможете просто ваншотить там, допустим, Брейнсап, там Дагон. И это очень тоже крутой билд, который позволяет очень быстро и много килять, друзья. Ну и в принципе все, друзья. Спасибо всем, кто посмотрел. Давайте, до скорого. Если что, смотрите на канале, еще очень много гайдов есть. И не забывайте поставить лайк. 300 лайков ставите, не знаю, на 15к просмотров. Ну, мне кажется, это не очень приемлемо. Ну, ладно. Больше, значит, не заслуживаю. Все, друзья. Всем до скорого и пока.